Сегодня у нас на обзоре модельный ряд уличных камер ZWiZ за 100 секунд. Поехали! Модельный ряд уличных камер ZWiZ достаточно хорошо известен. И главные преимущества всегда были — это наличие Wi-Fi, слота под карту памяти и стильного дизайна. Давайте посмотрим, какие камеры есть. Первая модель — это C3WN. Это самая простая и самая бюджетная камера в линейке. Она может снимать в ночном режиме с помощью ИК-подсветки, есть слот под карту памяти, есть встроенный микрофон. Следующая модель — это новинка C3WN. В данную камеру помимо всего добавился микрофон, появился современный кодек 265 и есть возможность съемки в цветном изображении в интеллектуальном режиме ночью. Также камера C3WN способна определять в кадре людей и выдавать об этом уведомления. Следующая модель камер — это олдскульная, C3W, или как ее называли, камера Husky. Она имеет встроенный динамик, встроенный микрофон, стробоскопическую мигалку и по-прежнему имеет Wi-Fi, слот под карту памяти и старый кодек. Еще одна новинка — это камера C3W Color. Это камера, которая обладает всеми преимуществами камеры Husky, но при этом она может снимать в цветном изображении ночью. Простая моделька камера C3T — это 2-мегапиксельная камера с поддержкой POE. И самая навороченная в модельном ряду — это камера C3X с 2 объективами, со слотом под карту памяти, современным кодеком и с аналитикой, способной отличать людей и машины в кадре. При этом она может снимать изображение 2 объективами и склеивать изображение в ночном режиме цветным. На этом модельный ряд уличных камер ZWiZ заканчивается, но я думаю, в ближайшее время появятся еще какие-то дополнительные модели. Увидимся на нашем канале, до встречи!